Мир вашему дому! Сегодня приготовим гриль бройлерного цыпленка в духовке. Получается сочным и с копченым вкусом благодаря нашей приправе. Мариновать нужно минимум 2,5 часа при комнатной температуре или 2 дня в холодильнике. Будем использовать готовые приправы, копченые крылышки и приправа для шашлыка. Поместим цыпленка в пакет, засыпем приправами, затянем резинкой. Нужно равномерно распределить приправы. Оставим мариноваться на час, через час перевернем и еще час постоит. Теперь сделаем проколы или надрезы. Оставим еще на полчаса. В это время разогреем духовку до 200 градусов. Разрежем пакет и выложим цыпленка на решетку от духовки и подставим противень, чтобы не запачкать духовку. Я забыла удалить копчиковую железу, пожалуйста, вы удалите, я убрала его потом. Будем выпекать при температуре 200 градусов по Цельсию на одной стороне, перевернем и еще один час на другой стороне. И у нас получается пропеченный, сочный, копченый бройлерный цыпленок, который тает во рту. Приготовьте и делитесь результатом в комментариях. Всем удачи!